Самарским специалистам есть о чем рассказать коллегам из других регионов. Самарская стратегия развития признана одной из лучших в стране. В ней содержится 10 основных направлений. Среди них развитие городской среды, образования, науки и туризма. Над документом работали в течение 2 лет. В разработке принимали участие не только эксперты, но и неравнодушные к судьбе родного города самарцы. Очень важно, что не только люди, облеченные властью, научными степенями в области урбанистики, участвовали вот в создании стратегии, но участвовали и горожане. Люди осознают, что от них очень многое зависит, что их слышат, что от их мнения очень многое зависит. Чтобы взять на вооружение опыт самарских коллег, съехались представители разных городов Поволжья. Некоторые уже находятся на стадии разработки документа. Для остальных подготовка стратегии еще впереди. Знания, которые представители администрации муниципалитетов получат на семинаре, будут полезны на любом из этапов разработки. Прежде всего я жду общения с коллегами, которые, в общем-то, как и мы, находимся на начальном этапе формирования стратегии, каких-то новых идей, каких-то новых моментов, которые позволят нам все-таки разработать грамотную стратегию. До 1 января нужно 2016 года конкретно определиться и принять необходимые документы. Я думаю, что с помощью аудитории, коллег мы расширим свой опыт. В Самаре уже приступили к реализации стратегии. Она будет воплощаться в жизнь в рамках муниципальных программ. Обучающие семинары по разработке стратегии проходят уже 2-й год. В 2015-м Ассоциация городов Поволжья проведет еще и большой форум лучших муниципальных практик экономического развития городов. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.